вами на канале Супер Развлекательный. Сегодня я хочу немножечко поучаствовать в шоу дельфинов. Я надеюсь, что эта игра вам нравится так же само, как и мне. Давайте посмотрим, какие уровни я еще не прошла. Ой-ой, я прошла так мало. Просто ужас, надо срочно это исправлять. Хотя с каждым разом становится все сложнее и сложнее. Ну ничего, я попробую. Тем более с таким несравненным дельфинчиком. Ну же, ребята, посмотрим, что нас ждет сегодня. О, поглядите, я что, буду играть в футбол или в водное поло? Что это такое? Ладненько, сейчас попробуем что-то с этим сделать. Так, мне говорили подписчики, что выпрыгивать мне не нужно. Нужно сразу двигаться на старт. Оп, ой, кажется, я промахнулась. А куда же я должна попасть? Может быть, вот сюда? О, глядите! Ух тышка, я гол забила! Вот, понятно, как играть. Ну что ж, надеюсь, следующий футбол будет немножечко полегче. Так, а здесь, как я вижу, опять мячики. Ну ничего, с этим мы тоже справимся. Ой, до мячика мы вроде бы как не достали, но зато достали до всего остального. Прибавляйтесь, прибавляйтесь, мои зрители, я так вам рада. Забираем свою драгоценную рыбку и... Ох ты, а вот это уже интересно. И как же это сделать? Ничего себе! Как мне сюда выпрыгнуть? С чего мне вообще начать? А если я выпрыгну прямо к мячикам, а потом прокачусь немножко? Ну, да, я сделала все правильно! Это просто удивительно! Ну-ка давай! Это, наверное, моя самая золотая дельфиниха! Опс, опс, опс! Вот когда начинаются сетки, мне начинает становиться страшно. Ну ладно, надеюсь, что я с правильной стороны выпрыгиваю. Очень на это надеюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, немножечко не прошла. И опускаемся выше, похоже, я не забрала монетки, которые должна была забрать. А вот так, yes! Хоть и немного, но зато пришли. Забираем еще немножечко рыбок. И, куда мне здесь плыть, кто бы мне подсказал? А попробуем прямо вот сюда и направо. Ху-ху! А теперь прямо вот сюда и налево. Ой-ой-ой-ой, страшно-то как. Ой, я, кажется, перепрыгнула. Нет, только не это. Еще одна попытка у моей дельфинихи есть, как вы думаете? У-ху! У-ху! Я застряла. Давай, вот так. Ну же, пожалуйста. Нет, зрители уходят. Последнее сделала не так, как нужно. О, это было еще не последний момент. Ну что ж, батуты мы уже с вами знаем. Главное на него вовремя забраться. А отсюда выпрыгнуть и прямо в шарики. И здесь прямо в шарики. И еще раз батут. И еще один шарик. Ты-дыщ! Ну как вам такое? Прибавляйтесь, мои зрители! Неплохо я справилась. Вам так не кажется? Сколько зрителей! Чуть-чуть до отметки 80 не дотянули. Но в следующий раз я надеюсь дотянуть. Так, открывайтесь, новые уровни. Выберем нового персонажа. Ну-ка, кого вы мне предлагаете? О, кажется, у меня не так много монет. Хотелось бы кого-нибудь попробовать еще. А что вы скажете, если я возьму вот эту дамочку? О, дельфин-врач! Вот это да! Ну что ж, попробуем. Может, она нам что-нибудь заработает. И уровень номер 6. Дельфинчик, дельфинчик, покажи супер-класс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну что ж, я готова к новым испытаниям. И с чего мне здесь начать? Довольно-таки разбежка хорошая должна быть, я так считаю. И еще, о, кажется, я неплохо справилась. Здорово, заработала себе целую трибуну. Быстрее собираем рыбку. Ой-ой, а здесь что должно быть первое? Надеюсь, что батут. Нет, кольца. Кольца, однозначно кольца должны быть первые. И вот сюда, вот сюда. Нет, только не это.
Что же это такое? Не получилось с первого раза. Ладно, попробуем еще раз. Эпа, я должна в кольца попасть. Вот так-то лучше. О, смотрите, прибавилось. Забираем рыбку и опс. Я на что-то натолкнулась. Так, ну что же здесь нам делать? Надо попасть в кольцо. Ну, давай попробуем. Так, нет, не так. Кольцо вот. И я. И еще раз. И вниз. Неплохо, по-моему, как вы думаете? Ну, зрители. Да, зрители пришли. И мы с моим дельфинчиком, супер-пупер-дельфинчиком, по-моему, хорошо справляемся. Так, а тут что? Тут, как всегда, по монеткам надо действовать. Что-то, кажется, мне так оно и есть. О, смотрите! Воу-воу-воу! И здесь сбиваем все на свете. Зрители, приходите. Ура! Шоу дельфинов мне очень нравится. Ну что ж, рыбки, вы мои. Ой, что ж я опять наделала? Да что же я такая неаккуратная? Ладненько, попробуем вот сейчас быть поаккуратнее. И, а если отсюда сделать это? А ну, что у нас здесь? О, смотрите, неплохо получается. Теперь я должна только немножечко постараться. И, опс, плохо постарались. Ну, давай же, что-то я сильно... О, вот так. Нет, уходит. Ну, немного. Больше пришло, чем ушло. Это меня радует. Продолжаем. Так, финальный бросок. Ага, я должна очень хорошо постараться и немножечко зависнуть. О, кажется, один мячик я... Ой, нет, это было плохо. Но ничего, ну, хотя бы чуть-чуть, но зрители все-таки мои остались. А, давайте еще разочек попробуем. Вы посмотрите, кого мне взять? Вот этого пингвинчика или мишку? Мне что-то кажется, что мишка будет какой-то неказистый. Попробуем-ка пингвинчика. Ой, какой он маленький. Ну, малыш, я надеюсь, ты принесешь мне удачу. И у нас с вами 7-й уровень. И мы смотрим, что там интересного. Ого, вот это, как бы это сказать, не очень. И как же здесь справляться-то? Ладно, я попробую. Ой, какой он малыш вообще! Прибавляет малыш, легенький. Вот честное слово, вы не представляете, какой этот пингвинчик легенький. Что я такое наделала? А что мне надо было сделать? Ничего здесь не пойму. Ладно, попробуем снизу. Ну, готов. Опа, и еще один обруч. Ну, приходите. Странное задание, как на мой взгляд. Очень странное, все под водой. Что же это зрители-то увидели под водой? А здесь что? Хочу увидеть. Так, батут. А с этой стороны? Ого, вот это будет каруселька. Ну что ж, я готова прыгать на батут. Давай! Опля! Класс! Получилось с этим легеньким пингвинчиком. Кажется, все легкое. Ну что ж, рыбку он тоже быстро поел. Ой, а здесь что, лабиринт? А с чего начинать? Ну ладно, собью я этот лед. И что? Вот вам мой ледокол. Хорошо? Замечательно, зрители, просто невообразимое количество. Давай, быстрее все собирай. О нет, опять футбол. Только я не знаю, как выпрыгивать. Ладно, кажется, мне это надо сделать вот отсюда. Но я надеюсь, что мой пингвинчик, он очень легкий и взлетит как молния. Вот так, например. Опа! Неужели я соберу всю трибуну? Этого не может быть, но это так и есть. Давай, еще последнее. И мне к этому нужно очень хорошо подготовиться. Я не могу проиграть, честное слово. Так, здесь ледокол. А здесь что? А здесь мячики. Ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то неправильно сделала. Откуда же мне надо выпрыгивать там? Ладно, попробую начать с мячиков. У-ху! Опа! Что-то не получается. Это сложно, ребята. Честное слово, вот как. Тяжело. Наверное, все-таки нужно начать с ледокола. Ну что ж, попробуем. Вот прыжок. А я не понимала, что тут нужно сделать. Пожалуйста, не уходите.
Я только собралась с мыслями, и вот так получилось. Ну ничего, ребята, мы с вами дошли до отметки 80. Я так к ней стремилась. И у меня с моими дельфинчиками и пингвинчиками все получилось. Ну что ж, друзья, как на мой взгляд, игра просто потрясающая. И хотя у меня не очень хорошо получается в нее играть, но я буду стараться изо всех сил. А если вам также понравилась эта игра, обязательно пишите о своих достижениях. Я буду ждать каждый ваш комментарий, и я их читаю, ребята, это правда. Ну а на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал Супер Развлекательный и жать колокольчик. Встретимся в следующем выпуске.